Глаз воспален, а на лапах бурсит. Воспаление в суставах не проходит уже полгода. Волонтер Павлина Копылова делает все возможное, чтобы выходить 9-месячного щенка. Жидкость из шишек регулярно откачивают в ветеринарной клинике. Обычно достаточно 1-2 манипуляций, но не в этом случае. Болезнь прогрессирует. И с глазом тоже беда. Он уже увеличился вдвое. Мы наблюдаемся уже у 5-го врача. Нам подбирают лечение, но пока безрезультатно. Говорят, что, возможно, даже удаление глаза будет. О, Господи! Эти жуткие кадры сколыхнули Новый Уренгой зимой. На улице минус 40, в мусорных баках страшная находка. Шансов на спасение щенка не оставили. Завернули в мешок и выбросили. Один не выжил. Второго Павлина Копылова выхаживает долгие месяцы. Самостоятельно ходить он не мог из-за рахита. А вероятно, черепно-мозговая травма привела к нервным тикам. Волонтер не исключает, что последствия сильного удара о металлический контейнер и привели к деформации глаза. Ветеринары разводят руками. Испробовано все. Уже идет речь об ампутации, а виновник так и не найден. По результатам рассмотрения нашей жалобы в прокуратуру города мы получили ответ о том, что вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы. Обширные ответы на трех листах. Жалобу в прокуратуре все же не оставили без внимания, посчитав, что в возбуждении уголовного дела отказали в полиции необоснованно. Это значит, что расследование продолжат. Материалы требуют дополнительной проверки. Наталья Алексеенко, инспектор по обращению с животными, настроена решительно, если потребуется обратиться и в вышестоящие органы. Время уходит, скоро год почти пройдет с момента вопиющего такого случая, жестокого обращения, а никто не наказан. Будем готовить обращение в прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа. А пока Павлина продолжает отдавать все силы и средства на лечение фарта. Так она его назвала. Виктория Воронецкая, Иван Гавриленко, Роман Землянов. Время Ямало, Новый Уренгой.